Всем привет! И сегодня у нас на обзоре зарядное устройство Z5 от компании Xiaomi ZMI. Компания ZMI, как известно, является партнером и поставщиком пауэрбанков для компании Xiaomi. Устройство поставляется в небольшой белой коробке. На лицевой стороне имеется название модели Z5, на обратной стороне располагаются технические характеристики, а также штрих-код. Откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется микро-USB кабель, зарядное устройство, а также инструкция на китайском языке. Вот так выглядит микро-USB кабель. Вот так инструкция, к сожалению, только на китайском языке. А вот так выглядит сама зарядка. Снизу располагается крупная надпись Z5, а также технические характеристики устройства. На обратной стороне выбито название модели. Сверху имеем полноценный USB разъем с маркировкой Output, микро-USB разъем с маркировкой Input и переключатель режимов работы. Всю фронтальную сторону занимает матовое полупрозрачное пластиковое окно, потянув вниз которое, мы увидим 4 отсека для установки аккумуляторов. Над каждым из слотов располагаются маленькие светодиоды для индикации процесса зарядки. Устройство предназначено для зарядки никель-металл-гидридных аккумуляторов типа 2А и 3А. Питание осуществляется через входящий в комплект USB кабель. Благодаря такой особенности устройство можно запитать не только от USB розетки, порта компьютера, но и, например, от обычного пауэрбанка. Время зарядки зависит от количества одновременно заряжаемых аккумуляторов. Так, время зарядки одного аккумулятора находится в пределах 2 часов, а для зарядки 4 аккумуляторов потребуется уже около 4 часов. Устройство имеет аж целых 7 степеней защиты, благодаря чему высокая скорость зарядки является безопасной и практически не влияет на срок службы аккумуляторных батарей. В процессе зарядки светодиоды мигают белым светом. Как только один из аккумуляторов полностью зарядился, светодиод переходит в режим непрерывного свечения. Интересной особенностью устройства является возможность работы в качестве пауэрбанка. Для этого переключатель режима работы нужно перевести в положение Output. Нужно отметить, что данный режим работает при условии одновременной установки 4 аккумуляторных батарей. Цветовые индикаторы в этом режиме начинают последовательно мигать белым светом. Мощность зарядки на выходе в режиме пауэрбанка ограничена 5 вольтами и 500 мА. Данных показателей будет достаточно для питания устройств с низким энергопотреблением, типа светодиодной лампы, USB вентилятора или зарядки смартфона. Планшет, к сожалению, при такой мощности зарядить не удастся. Вот так зарядное устройство ZMI выглядит в сравнении с зарядкой от компании Hama. А вот так зарядка выглядит в сравнении с зарядным устройством от компании GP. Как видим, зарядка от ZMI обладает скромными габаритами в сочетании с красивым минималистичным дизайном. Что касается веса, то он находится на одном уровне с зарядкой от GP и раза в 2-3 легче зарядного устройства от компании Hama. Что же в итоге? К плюсам устройства я бы отнес быструю зарядку, высокую степень защищенности как устройства, так и заряжаемых аккумуляторов, красивый современный дизайн и, наверное, функцию пауэрбанка. Да, планшетом не зарядить, но для зарядки смартфона в экстренной ситуации вполне может сгодиться. К минусам устройства я бы отнес, пожалуй, отсутствие вилки для зарядки от обычной розетки на 220 вольт. Вариант питания устройства не только от USB сделал бы зарядку, как по мне, более универсальной. Ну что же, пожалуй, на этом я буду заканчивать обзор зарядного устройства Z5 от компании Xiaomi ZMI. Надеюсь, это видео было кому-нибудь полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях. Всем удачи и до следующего видео. Пока!